Итак, друзья, вот мы прощаемся с Ереваном и прощаемся с нашим уютным хостелом «Домином», в котором прожили 4 дня. Хостел очень хороший, очень все понравилось, отличный хозяин Артур. А сейчас мы едем на озеро Сева, оттуда в Дилижан, еще пару мест, а едем мы с нашим водителем Гором уже, с нашим старшим персональным за эти 3 дня. И, собственно, вот, еще покажу вам Севан, Дилижан, еще пару мест, а оттуда сразу ходим в Тбилиси. Вода на Севане холодная, но, в принципе, купаться еще рано. Что удивительного, 10 мая. Но она, в принципе, чистая, здесь водятся раки. А сейчас мы пойдем на гору, храмовый комплекс. Итак, друзья, мы на берегу озера Севан зашли в ресторан, чтобы специально отведать кебаб, люля-кебаб из рака. Вот, нам это место посоветовал наш хозяин хостела, сказал, что здесь именно натурально, из рака делают, без примесей, как здесь некоторые хитрят, добавляют туда рыбу, добавляют куриную грудку и выдают его за раковый такой кебаб. Ну нет, здесь именно натуральный. Так вот, кебаб такой стоит 2000 драм. Сейчас будем его пробовать. Итак, мы едем из Севана в город Дилижан. Там самый чистый воздух в Армении. Вот, наш водитель Гора угостил нас кофе. Такой вот холодный кофе, типа кофе во фраппе у греков есть. Очень вкусное, советуем быть в Ереване и в Армении. Обязательно попробуйте, очень вкусно. Мы в городе Дилижан, небольшой городок такой, здесь находится Центральный банк Армении, а также здесь самый чистый воздух Армении. И здесь вот памятник персонажа Минино. Мы в храмовом комплексе Агарцин. Там вот видите, есть остатки старого сгоревшего ореха. Там есть такая щель, если ты через нее пролезешь, загадав желание, то оно обязательно двигается. Пока вот. А там есть очень красивый и хороший монастырский комплекс. Находится ущелье, внизу речка. Живописно, красиво и свежий воздух, птички поют и шум речки. Вообще все. Ну через низ давай тогда. Ваня пытается загадать желание. Если пролезешь через дырочку в орехе, оно исполнится. У него, ну, видимо, с трудом это пролезет. Вышел. Я пролез. Желание должно сбыться. Хагарцин – это любимое место нашего водителя Гора. И я с ним соглашусь. Здесь, в принципе, да, очень круто. И еще, плюс ко всему, здесь очень мало туристов. Федеральная трасса из Еревана в Тбилиси. По ней все едут, и грузовики, и люди. И вот она в таком состоянии. Так, это последняя точка нашего маршрута по святым местам Армении. Монастырь Гошаванг.
здесь трудился, работал, не знаю, проповедовал Мехитер Гош. Ну, в честь этого Гоша и название Гошава. А, вот мы находимся в могиле Мехитера Гоша, святого армянского. И там ниже, собственно, монастырский комплекс Гошава. На последние деньги решили отведать армянского мороженого. Вот. Вкусное, сладкое такое, хорошее, мне нравится. Стоит 100 драм, так что будете в Армении, пробуйте мороженое. Ну и по кофе или холодному. Все, вот мы покидаем Армению, посмотрели ее всю полностью. Не только в Ереване побывали, но и покатались по стране. От севера до юга, озеро Севан. Все красиво, все понравилось. Единственный минус – это Ереван. Подкачал тем, что не осталось уже старых домов, атмосферы этого старого Еревана. Все застроено новыми домами, и смотреть там практически нечего. Но побывать стоит. Так, еда. Еда вообще отличная. Вкусная, немаловажно дешевая. Вина, коньяки тоже отличные. Так вот, ездите по Армении, не сидите в Ереване, если вы приехали. На несколько дней обязательно куда-нибудь съездите. Много туров по разным местам, святым монастырям. Это того стоит, это очень круто. Ну и все, вот, в километре от нас граница. За моей спиной уже Грузия. Так что до свидания, Армения. Здравствуй, Грузия. Ну что, друзья, вот мы в Грузии. Прошли границу достаточно быстро, 10-15 минут максимум. Обе границы прошли за это время. Здесь будем 5 дней, собираемся посетить непосредственно Тбилиси. Там основную часть времени проведем. Собираемся посетить Батумин, не знаю, получится, не получится, но планируем, хотим. Вот. Город говорит, что там очень красиво и посетить стоит обязательно. Так что вот, смотрите, обо всем вам расскажем. Ну вот мы в Тбилиси и решили сразу отрезать хинкали. В общем, 10 штук хинкаль, и хинкаль очень огромный. Вот такой вот. Сейчас будем дегустировать. Ну, собственно, в этом заведении мы только что ели хинкали, а пили пиво и вино. Белое сухое, вкусное. Так вот, хинкали очень вкусные и очень большие. И одна хинкаль у нас стоит 0,7 лари. В принципе, наверное, нормально, я не знаю. Первое место, которое мы пробили, поэтому по деньгам ничего не могу сказать. Но, в принципе, вкусно. Советую. Итак, первое впечатление от Тбилиси. Тбилиси очень крутой город, реально крутой. Не ожидал. После Еревана это просто очень круто. Красивые дома, красивые улочки, сиеватые. Вообще атмосфера сама по себе, еда. Мы изъедали еду и вино. Все круто. Так что советуем. Пока что Тбилиси гораздо круче Еревана.